Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас покупки в магазине Магнит. Мы ездили в большой магазин, гипермаркет, или он еще называется Магнит Экстра. Кто из Ростова знает, на Левенцовке есть такой магазин большой. И хочу вам сказать, что взяли мы нормально так продуктов. Вот, и вышло у нас меньше 1000 рублей. Я прям удивлена, хотя взяли нормально, так я считаю. Давайте посмотрим. Взяли мы вермишель. Дома вообще все позаканчивалось. Вермишель взяли. Взяли попробовать гречневую лапшу и спагетти. Ни разу не пробовали. Мы вот решили поэкспериментировать. Цена была привлекательная. Поэтому взяли. Цены я не помню, поэтому покажу вам чек в конце. Рис вообще стоит каких-то баснословных денег. За 60 рублей взяла. Вот самый дешевый был рис. Все. Так, макароны такие взяли. Еще вот такие макароны взяли. Так, далее. Такую лепешку. Лаваш армянский называется. Так вот. Далее сливочное масло тоже взяли. Одно из самых дешевых, наверное. Так, геркулес. Хлопья овсяные. Далее сыр наш любимый. Вот такой вот мягкий сливочный сыр. Каймак. Тоже была хорошая цена на него. Далее овощи. Огурцы взяли. Огурцы вообще у нас по 69, да? За килограмм. На 61 рубль мы взяли пакетик такой огурцов. Лук взяла. Лук по 32 на 34 рубля. Пакетик такой вышел. Так, перец. Захотелось фаршированного перца. Сейчас буду готовить. Поэтому взяли немножко. По 109 рублей килограмм. На 49 рублей вышел пакетик такой. Ну и помидоры. Взяли помидоры по 78 рублей за килограмм. На 45 рублей. И еще захотели взять нектарины. Нектарины у нас по 104 рубля. На 48 рублей 4 штучки вышло. Вот, немножко витаминчиков покушать. Так, еще мы взяли там, чего здесь нет, это омыватель для стекол для автомобиля. Он остался в машине. И баночку пива, я ее выпила уже по дороге. Поэтому здесь ее не будет. Вот, показываю вам цены. Можете нажать на паузу и посмотреть, какие цены. И всего мы потратили 920 рублей. Вообще, мне кажется, нормально вышло так. Всего по чуть-чуть, но есть что покушать, да? Вот такие цены. Все, заканчиваю свое видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.